вы просто не нажимаете ничего. Вы когда его ставите в рот, да, надо прокусить эту голову. Это как семечко прокусывается. И с этого момента, как прокусилась голова, все, вы жуете его дальше. Жуете и смотрите на меня, потому что противнее, чем я, нету человека. И для вас они окажутся... Для вас они окажутся слабостью. Да. Добрый путь. Почему нельзя убить и потом съесть? Ну вот, если ты убийца, убей. Он кусает. Он просто не шевелится. Нет, он уже как ты прокусил, он перестает шевелиться. Молодец, ты выросла в моих глазах. Вот настоящая богиня. Как? Давай. Может быть? Ой, он шевелится. Да. Он всегда шевелится. Потому что не поверят. Давай, давай, не-не-не, в рот и все. Все? Вкусно? Добавкой? Молодец. Вот молодец. Как он учил олигархов наших. Не надо. Политиков. Не надо лимон трогать. Духнул. Не надо духнуть. Да падай. Не падай. Давай. Как же управляющую элиту. Кусает ноготь. А смотри на ноготь. Не кусает ноготь. Давай. Да не, ну не кусает он ногу. Прямо, а ты его. А ты его не нажимай, потому что ему больно. Ему больно. Не, серьезно, что можно же вот так погладить его, понимаешь? По головке. Смотри, как успокоился. Давай. Не нажимай сильно на него. Да ну можешь взять это самое. Все. Теперь. Смотри на меня и засунь его. Черную давай. Укуси сразу, черную. Да, давай. Не надо сразу, чтобы в рот начинать. Черную укуси. Давай, все, все, в рот, в рот, в рот. Не укусила мой палец. Все, очень вкусный, пресный вкус. Вообще ничего общего не имеет с тем, что... Правильно? Прошло сопротивление. Отлично. Вот это посещение целителей.